Всем привет! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru я расскажу, как стирать спортивный костюм в стиральной машине. Конечно же, это радует, и с каждым годом становится все больше людей, которые следят за своим здоровьем, ведут здоровый образ жизни и, конечно же, занимаются спортом. И если человек всерьез принялся заниматься спортом, то он занимается им не раз в месяц, а несколько раз в неделю. И, конечно же, после каждого занятия спортом нужно стирать спортивный костюм. И это очень важно. Но как же его стирать? Конечно же, будем мы его стирать в стиральной машине. Обычно спортивный костюм состоит из спортивных штанов и из кофты. Как же мы будем их стирать? Обязательно нужно вывернуть кофту и штаны на изнаночную сторону и застегнуть все замки. И на карманах, если есть какие-то кнопочки, все мы тоже застегиваем. Как и штаны, тоже выворачиваем на изнаночную сторону. Далее, чем мы стираем спортивный костюм? Спортивный костюм нужно стирать только гелем. Почему нельзя стирать стиральным порошком? Практически во всех спортивных костюмах содержится эластин. Эластин, конечно, отталкивает от себя воду, но в то же время он очень хорошо впитывает в себя стиральный порошок. И потом он забивается вот в эти швы, и когда человек занимается спортом, вот эти остатки стирального порошка плюс пот, это все может вызвать аллергическую реакцию. Также ни в коем случае мы не добавляем кондиционеры для белья, потому что кондиционеры как бы обволакивают собой всю поверхность одежды. И также, когда человек занимается спортом, потеет, на одежде разбивается очень большое количество бактерий, и одежда потом будет еще неприятнее пахнуть. Так что добавляем просто гель и все. Но вместо кондиционера, кстати, можно добавлять обычный белый дистиллированный уксус. Добавляем буквально полстаканчика, и он отлично смягчит спортивный костюм, а также поможет вывести остатки стирального порошка. Сушить стиральный костюм можно также в стиральной машинке. Ставим режим сушки, но чтобы воздух был самой минимальной температуры. Но, конечно, лучше всего, чтобы спортивный костюм сушился у нас на свежем воздухе. Если это видео было вам полезно, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал «Все о стиральных машинах». Всем хорошего дня!